Всем привет! А как вам, друзья, вот такой вот красавчик, ребристый томат, который называется Лотарингская красавица? Кто его выращивал, сразу ставьте лайк. Ну, это просто красота, которая неописуемая. Взгляните на этот красивый чудо-плод. Ребристый, вообще бомбезный. Ну или вот. Обалденный, да? Есть похожий сорт, американский ребристый. Но у него какие-то все круглые плоды. А здесь более такой гармошкой. Это его мякоть. Мясистый, сочный. Очень интересный сорт. Посмотрим по весу. Кстати, в этом году они не крупные. У меня были более килограмма плоды. Ну, в этом году 439 грамм. Этот 320. В этом году плоды поменьше. Но, тем не менее, урожай хороший. Ежегодно плоды бывают разной формы, разного веса. Куст высотой 2 метра. Очень мощный куст. Листья у него тоже такие мощные, темно-зеленые. Сорт не болеет, хорошо переносит засуху. И он очень вкусный. Вкус такой сладкий, сахаристый. Подходит для томатного сока, для консервации. Ну, надо резать, наверное, его. Можно консервировать кусочками. Есть очень вкусный рецепт с луком. Томаты, а так томатный сок для салатов, для бутербродов. Если нужны семена этого сорта, в описании под этим видео есть мой каталог, ссылка на каталог, заходите на мой сайт, ссылка, заходите и выбирайте себе семена. Если вы его выращивали, обязательно напишите, как он вам, понравился или нет. Ну, добавлять в принципе нечего. Сорт просто супер, выращивайте, и я буду на следующий год его также сажать. Всем пока!